Алло? Недолго, потому что у нас роуминг тут. Ага. Да, я быстренько, прежде всего, мне нужно предупредить на телефонный разговор в целях нашего обучения. Угу. Вот, и всегда, конечно, смотрите на хороший отзыв от хозяина, чтобы это был супер хозяин. Если денежки вернула, скорее всего, на следующей неделе они вам уже придут на карту, которую угу. вы оплачивали данное жилье. Ладно, все, тогда я вам все ссылочки отправляю и закрываю нашу переписку, хорошо? Да, хорошо, спасибо большое. Я награбил папку и доволен. Так, у нас небольшой перерыв, решили перекусить, поесть, в общем, и дальше, наверное, поедем, но мы, наверное, поздно приедем все-таки. Соус для того, чтобы порвало жопу просто. Я бы то же самое сказал. Знаешь, что у меня первое впечатление было? Она такая, ну вы проходите раздевать. И мужик такой, знаешь, в майке сидит, смотрит. А он, да, а он что? А, ну он вам не помешает, не волнуйтесь, все нормально будет. Рум-тур, как обычно, значит, тут у нас лучшие традиции. Вообще, я даже мне вообще нечего сказать. Что мне нравится, это розетка. Что? Этот кран не трогать. Почему? Не знаю. Когда открываешь, там мужик начинает орать сверху. Это у нас тостер, значит, видимо. Плитвар, рук мой и лёж спать, телсмотр, искусственные цветы. Так, значит, блин, я не знаю, что нам делать, но, конечно, блядь, мне вообще стрёмно в этой комнате, если честно. А где она такая? Ну, почти, почему? Я думаю, можно, блин, вообще не знаю. Как бы вот открываешь тут. Простите, сэр, вы не подскажете, где платформа 9 и 3 четверти? А. Опа! Опа! И попадаешь в Слизерин или куда там. Да. Платформа 9 и 3 четверти, блядь. Да, да, да. Вот смотрите, я сейчас, наверное, попробую пройти через эту дверь. И... Ого! Вот это да, прикинь. А, дровяной душ. Вообще огонь. Ну, как обычно, по традиции. Один срет, другой смеется, блядь. Дрова подкидывает, вообще как надо. Бойлер на всякий запасной. Кто-то может подглядывать, тоже хохотать, короче. Готовит картошечку, смеется. Можно плавать вот в этой штуке. В общем, нормально. Но пробито официально, да, Андрюша? Хотели вернуться в тот же отель, который... был в первую ночь с башней вот этот, но там, к сожалению, уже все было занято. И в итоге дежавю, но год назад мы, в общем, останавливались в Короне, это город Кириллов. В общем, я забронировал здесь, блядь, еще холодильник включился. И платформа вот эта вот, номер 13. Как будто вообще трансформатор реально 380 работает, чтобы работала плита. Тут вообще стрёмно оставаться, это прям... Тут еще все было закрыто, все форточки было закрыто, тут запах просто... Тараканы даже не выживут с таким запахом, то есть тут покрасили, сделали ремонт, не знаю, 2 часа назад. Бабушка, которая нас, собственно, встречала, она доклеила обои там, ламинат положила и выехала. И вот этот вот запах ремонта, все окна были закрыты, я, короче, все нараспашку. Иди сюда, я хочу твое лицо видеть. И зеркало еще, блядь, рядом. Ёпта, у меня аж мурашки, блядь. Ебать, да ну нахуй. Ну как-то, да? Надо стол задвинуть сюда. Тут все просто. Тут фильм можно снимать, тут все просто вот. Вот, иду, но. Че такое? Минем водичку, я бы сказал. Чайник есть. Ну давай ставь чайник. Вроде нормально все даже. А мы же все равно в одежде будем. Но я
буду спать в одежде. Такое-то, конечно, все. Мое любимое белье моей мамы. Привет, люди. Здравствуйте, мы к вам приехали в гости. Хлеб есть, колбаска есть, огурчики были, вот доели, печеньки. То есть все нормально, чай можно попить. Камеру осталось поставить. Блин, Андрюха, а мы с Мурманска-то ничего не выложили вообще. Надо что-нибудь посмотреть, какую-нибудь фигню. О, GoPro 9 выпустили, прикинь. Прикольно. Поехали нахер отсюда! Поехали нахер отсюда! Уже утро! Половина восьмого утра, мы поспали часов 5, наверное. Андрей, Андрей, держись, держись! Мы решили даже не завтракать толком, сейчас чай попьем и валить нафиг отсюда в нашу гостиницу, которую забронировали. Почему, собственно, нам попалась эта квартира? Потому что там было мало фотографий, точнее всего две штуки. Была вот эта фотка и вот так вот вторая фотография. Значит, не сама обстановка, вот эти вот двери старые, пошарпанные, вот эта вот комната непонятная с этой кроватью. Кладовка вот эта стрёмная, запах вот этой краски, от которого прям глаза щипят. Про кухню я вообще молчу, тут прям old beach. Плита, которую хочется покормить, а не готовить на ней. Вы делаете фотки, как бы, сделайте чуть-чуть обстановочку. Здесь что-то постелили, вот здесь все закрыли, здесь закрыли, здесь столик сделали небольшой. И все будет нормально. Какой здесь? 2018-й. Я ожидал 94-й год, я бы не удивился. Так, ну что ж, друзья, время двигаться дальше. Хорошая квартира, атмосферная. Очень. Нам пора. Пойдем, все. Папа, покатай нас, покатай. Флоре арт. Флоре арт – это, наверное, те, кто делали дизайн этой квартиры. Как бы это ни прискорбно было, я, в общем, запросил часть денег назад, потому что, ну, как бы, фотографий, как я уже говорил, всего две было, и мы просто морально не были готовы к этому. Плюс очень сильно пахло краской. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Это всего лишь навсего малюсенький кусочек всего того, что мы успели назаписывать. Если вам зашло это, поставьте лайк и можете даже поделиться, не скрывайте своих эмоций. Скиньте видео своим друзьям. Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки я добью всю эту поездку, потому что, как вы видите, вот монтажка делает на самом деле очень много. И основная проблема заключается в том, что надо все 8 часов компактно уложить, подкрепить каким-то аудиосопровождением или картинкой, допустим, где я сижу вот у компьютера и рассказываю все это подробно, досконально. Только после какого-то сценария это видео будет все-таки смотреться, а не будет просто нарезочка с поездки. Хотелось бы все-таки сделать это все дело качественно. Наберитесь терпения. Я надеюсь на ваше понимание и что все получится. Спасибо. Лось, подписка и репост. Пока. Андрюх! Андрюх, Андрюх, вставай! Вставай! Андрюх, вставай! Вставай!
Типа, стой сейчас. Блять, я сам обосрался. Лежи, лежи, лежи. Лежи, стой. Лежи.